Так, это Юпитер 6 декабря 2020 года. Над Харьковом влезает к нам в кадр 16.11 по Киеву. Справа от него два спутничка. Самый правый Европа, чуть левее, ближе к Юпитеру. Спутник Ио, а уже слева от Юпитера Каллисто. И сейчас должен вползти в кадр Ганимед. Вот он вполз в кадр Ганимед. Дубль это второй. Настройки светочувствительности автоматические. Полос на Юпитере не увидим. Вообще довольно сизые какие-то небеса. А вся съемка затевается ради того, чтобы снять, насколько близко сейчас, уже сейчас, Юпитер и Сатурн. 1,5 угловых градуса между ними. Сейчас они идут на сближение. Вот он, Сатурн. И 21 декабря между ними будет 1/5 часть Луны. 6 минут получается, да? Вот, пожалуйста, в одном кадре при приличных увеличениях. Ух ты, елки-палки, я вижу в окуляре спутник Юпитера и кольца Сатурна. Сбылась мечта идиота. Да? Я абсолютно четко вижу спутники у Юпитера все четыре. А Сатурн сейчас к нам подползет. А вот Сатурн, ну, руку на отсечение даю, что видно кольца. В окуляре видно 100%. Вот это красотень. Вот это красотень. А это 1,5 минуты. А будут они... Ой, 1,5 градуса. А будут они в 6 минутах 21-го. Ну, вряд ли у нас будет погода хорошая. В Харькове все время пасмурно. Второй день вот. Посветлее. Я сейчас сниму это все с первого кадра. Да. Да, и Марс еще надо снять. Ох, какая непослушная. Стала тренога. Все позамерзало. Минусовая температура. Да, ну ладно, я не буду просто тратить время на Марс, за что прошу у него прощения. Потому как у нас сегодня все-таки главные герои — это Юпитер и Сатурн. Марс мы поснимаем отдельно по случаю. Да, я ж не приближал Сатурн с кольцами, да, в этом дубле. А то как же, спутники увидели Юпитера, а колец Сатурна нет. Непорядок. Ой, как все мутненько. Да, все-таки чистота — это небо иллюзорное. И дымка довольно приличная. Но видно, кольца видно. Ладушки, сейчас снимем еще разок.